То есть, если какой-то там ваш какие-то личные, да, вопросы, 2,5 года сидит и с сигаретой, которая... Я, может быть, тоже. И маленький был Тимур. Брат пришел ко мне, хотя он у меня заболел, я хотела выйти, показывает, мам, посмотри, говорит, как Тимоха идет. Вот сам, я говорю, быстро, говорю, удалите. Но они тогда удалили. Вообще ничего. Говорит, значит, не удалили. Не удалили. Сказал вот вам Артур. Сам а папа факт, наш был сам на работе. Факт. Наоборот, вот еще лучше, я ушла, вот я говорю, дождалась, да. Я говорю, хотя бы взрослый и папой. А дочка учится в сельхозе. Еще вот такой момент. Это вот никогда у меня не шутили они или что-то. Мы никогда не шутили. Удалили при мне. Вадим, последствия видеоролик и все там происходящее. Последствия будут. Хочу вам сказать сразу. Да. А как я могу происходить? Они на три часа. Его уже там не было. Ну, с Инстаграма же можно скачивать. Ну, то, что я не помню точно, я мне не могу сказать. То есть это все было в ноябре? Ну произошло. Ну, наверное, в середине, наверное, я точно не помню. Но я помню, что ближе к Георгию и вот... Несовершеннолетних потребления табачных изделий они родителями. Они... Содержание, обучение и воспитание. За содержание обучения не повернется сказать, что это мама его учит. Но кто-то его учит, потому что ребенок четко, ясно. Уполномоченным по правам ребенка при главе Республики Северной Осетии Алания Кукаев Артур Асланбекович. Ну, сегодня благодаря взаимодействию с Министерством внутренних дел Республики нам удалось установить личность родителей и ребенка. Вот это видеоролика, да, оперативно отреагировать на это. Да, родители с матерью удалось пообщаться и с отцом в том числе. Родители сожалеют о содеянном, сделают соответствующие выводы, мы надеемся. Ну и мы со своей стороны профилактику с ним проведем, профилактическую работу всеми субъектами системы профилактики. В дальнейшем рассмотрим на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. В социальных сетях республики появился видеоролик, в котором двухгодичный ребенок курит сигарету. Министру внутренних дел было дано указание о проведении срочно необходимых мероприятий по установлению родителей данного ребенка. В результате проведенных мероприятий было установлено, что сигарету ребенку дал его дядя. В отношении дяди составлен административный протокол, предусмотренный статьей 6.23 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. С родителями с участием уполномоченного по правам ребенка проведена соответствующая работа. Данная семья взята на контроль.